И к другим темам. Движение WorldSkills пополняют школьники от 14 до 16 лет. На базе мастерских колледжа Подмосковья в эти дни проходит региональный тур WorldSkills Russia Juniors. Какие успехи показали юниоры в конкурсе парикмахеров, расскажет Анастасия Галкина. Они еще школьники, но с профессией, кажется, определились. Ловко работают ножницами, крутят вавилоны на макушках и на практике знают, чем отличается шатуш от брондирования. Вот она, пятерка лучших в регионе в своей возрастной категории. Между собой соревнуются ребята, участники программы профобучения «Путевка в жизнь». По программе Московской области «Путевка в жизнь», начиная с 8 класса, школьники приходят в учебное заведение и обучаются парикмахерскому искусству, ну, смотря чему они хотят. Есть и парикмахерское искусство, и есть остальные профессии, которые есть в колледже. Можайск, Серпухов, Сергиев и Павлов, Посады, Клин. Участники-подростки от 14 до 16 лет. Никита Ларионов – единственный парень на чемпионате. Его цель – стать первоклассным стилистом, а потому уже сейчас заявляет о себе на конкурсах. Всегда нравилось, всегда шел к этому. С детства нравились волосы, красивые стрижки, окрашивания. И я выбрал для себя эту профессию. Клинчанка Татьяна Кочкина – спортсменка, увлечена футболом, но еще учится в 9-м, правда, профильном классе. Вот уже третий год на базе 6 городских школ действует спецпрограмма «Путевка в жизнь». Вместе с основными предметами ребята получают навыки профессии, а вместе с аттестатами об окончании основной школы и удостоверение о начальном профобразовании. В списке швея, секретарь, повар, слесарь и парикмахер. Обучаясь в школе, ребенок может себя попробовать и понять, его это или не его. И мы для себя как бы не ставим такой цели, чтобы все дети, которые получат свидетельство, пришли обучаться к нам в колледж под данной профессии. Может быть, это будут первые их пробы, и ребенок поймет, что нужно другой путь выбрать. И это тоже нормально. Знания по преображению Татьяна уже не первый год применяет на практике. Стрижет, причесывает и родных, и друзей. Руку набила, может, поэтому на отборочном туре оказалась лучшей среди 18 претендентов. Я решила попробовать, почему нет. Потому что это интересно, это, в принципе, красиво и несложно. Постоянно себе стригу, крашу маму, крашу папу, всех. Конкурс юниоров проходит в 2 этапа. В первый день участникам предлагают окрасить волосы и уложить высокую прическу. Во второй – выполнить женскую стрижку. На каждое задание свое время. Поправок на возраст нет. Не удержал ножницы или расческу – минус балл. Например, не очень чисто. Краевую линию затронули как-то окрашиванием, заморали. Время выдержки должно быть правильное. Размешивание краски должно быть правильно. То есть много нюансов. Победителя регионального этапа конкурса определят на следующей неделе. Лучший из лучших будет защищать честь Подмосковья на национальном уровне. Финал WorldSkills Juniors развернется в Кургане уже в апреле. Анастасия Галкина, Иван Першин, Никита Кистанов. Новости дня.